В Туркестанской области частные детские сады на грани разорения. Работники 150 учреждений пришли сегодня к акимату с плакатами. Они требовали возобновить привычные дотации. Мол, из-за мизерных субсидий педагоги стали массово увольняться, садики закрываться, а сотни детей вынуждены сидеть по домам. В частных дошкольных организациях работает 40 тысяч человек. Из них 19 тысяч воспитателей, педработники. В этих садиках воспитывается 115 тысяч детей. Они остаются без дошкольных организаций. Наше требование, чтобы, как положено по нормативу, согласно приказу министра, чтобы нам тоже оплатили подушевое финансирование. Говоря о дотациях, работники частных детских садов с завистью кивают на государственные. Мол, за каждого ребенка те получают от 37 до 41 тысячи тенге. А частники вот уже 3 года довольствуются суммой почти в половину меньше. По программе государственно-частного партнерства бизнесмены рано или поздно должны были начать работать без дотаций из госбюджета. Ну, оказалось, не могут. Говорят, это сильно сказывается на зарплате воспитателей и питании детей. Собравшиеся не раз писали чиновникам о своих чаяниях, но, не получив ответа, пришли встретиться лично. Впрочем, в администрации им снова рассказали про дефицит бюджета. Этот вопрос неоднократно поднимался Министерством образования перед Министерством финансов, но там пока не реагируют. Вопрос будет решен в случае, если деньги будут выделены из республиканского бюджета.